Привет! Всем привет! Мы на канале Мистер Восплэй! И мы гоняем! На какой тачке? Байк! На байке в Хилл Клайм Рейсинг 2! У нас была крутая монстр трака, ты на нее долго зарабатывал. А сейчас что, а это разве круче? Да. Сколько он стоил? Помнишь? Я думаю, 80 тысяч. Вы зарабатывали долго на монстр трак, он, по-моему, стоил... 30 тысяч. 30, да? Да. Ага, ну давай. Или вот это стоило 30. Ну это самое дешевое. Самое а, нет, это стоило 30. Окей. Самое дешевое это вот это, она бесплатная. Это вообще, это как детская машинка. Она бесплатная. Окей, ну покажи, на что способен твой байк. Мотобайк. Мотоцикл. Two, one, go! Эй! Слабенький! Может, его прокачать надо, не? А-а-а! Как клёво! Как клёво! Ну, короче, все пока едут. Ой, вырвался какой-то Винсента. Эй, Винсента! Ну, конечно, у них круче машины. Да, вот эти вот классные, да? Да. Спортивные. Кто-то вот... Мне нравятся они реально. Стоят 80. Мне очень автобусы. А, эти нравятся. Они стоят 80 тысяч. Давай-давай, старт! Газ! Давай! Блин, как все круто ездят! Видишь, газу-газу! Приземлился на голову! Газу-газу не надо сильно! И стоп, я карту поправлю! А, поехали! А, мы едем, да? Нельзя паузу! Окей, так! Винсент! Так, мистер Макс первый! Молодец! Это я, ты меня, кстати, не слушай. Я-то говорю газу, ты делай как правильно, делай как быстрее. Так, летим. Ах, как круто! Так, автобус пока еще с крышей. Да? Винсента едет. Первый. О, тоже на крутой тачке дальше немножко. Йоу, мистер Макс четвертый. Ну, неплохо, неплохо. По-моему, у тебя очень сильные соперники, да? Йоу. Ты сам? Где соперник? Чё, один едешь? Может быть. Да. Короче, ты сейчас реально будешь первый. И... Ух, а мог бы не долететь, да? Да. Так, бензин взял, отлично. Какая сложная трасса. Этого чудика так голова болтается. Так что было по-настоящему, он бы ее сломал. А давай другую, то, что новую голову я заработал. Ты го? Короче, трасса не для мотоцикла, да? Значит, гонка, вид. Значит, голова. А, вот. Пьяного какого-то чудика. Заключенный. А, я же вижу, что он какой-то не такой. Смешной. Кот. Ага. Котик. В шляпе кот. Не, нормально, шляпа классная. Котик. Подходит. Шахтер. О, вообще. Заключенный шахтер. Это круто. Заключенный шахтер. Еще вот эти штаны. И современную девчачью коту. Что это у тебя за страшилище? И куда оно сейчас едет, вот это монстросоздание? Че, покатаем его? Ты еще на танк, кстати, не заработал? Нет. Танк классный, 70 тысяч. Это танк. Снегоход. О, вот это вообще классный. 30 тысяч всего-навсего стоит. Я думаю, стоит вот это перед этими три покупать. Я пока что не знаю. Я бы на танке погонял. Ох, он, наверное, классный. Плотина 3. А у меня уже плотина 1. Окей, едем на мотоцикле. Супер каким-то заключенным шахтером в женской одежде. И все, историческая одежда в штанах. Ага. Так, Кеннон на мопеде, там, на автобусе, вообще крутой. О, ты его немножко обогнал. Yes! Ты всех обогнал.
А, они низом пошли, да? Да. Но ты все равно впереди. Йоу, класс. Очень круто. Так. Вот для меня пусто. И ты первый. Круто. Очень круто, молодец. Шляпу потерял. Что, надо новую покупать, что ли? Нет. Нет, все нормально? Да. Так, что дальше? Переодевать не будешь? А, нет, три трассы надо проехать, да? Четыре. Четыре. Ох, какой-то Джудас поехал вперед, но мы его не отпустим. Дюдок проехал вперед. Так, Дюдок. Там да. Есть некоторые вот эти дырки такие, вот эти, да? Тут их надо очень важно хорошо проезжать. И раз. Вот. Ах, как это не просто, ты загруз. А, еще раз назад или что, не знаю. Давай. И вперед. Ай, завис. Все. Тут нам не быть первым. Назад больше, да? Еще больше назад. И поехали. Давай, поехали. Поехали. И... Короче, песок реально застревает. Первый раз я такое вижу, чтобы песок застрял. Есть, но ты все равно на четвертом месте. Ты хотя бы доехал. Это тоже хорошо. Я на третьем. На третьем? Так, поехали. Смотрим внимательно. Я, видишь, песок. Yes. Отлично. Ой, как круто было. Все равно тебя отведили. На какой трендулете сфигать? На трендулете. Ну а что это? Это же даже не машина. Это трендулет. Так. Песка главное, чтобы не было, а то мотоцикл наш не будет по песку ездить. На монстер-траке ты бы там не застрял. О, теперь номер один, отлично. Если бы у тебя был монстер-трак... Лайк надо поставить уже. Если ты еще этого не сделал, поставь лайк. А мы идем дальше. Класс. Гонять. Кстати, у меня не один платина, у тебя а платина 3. Два. А, надо выиграть еще 8 гонок, и будет у тебя платина 3. Наверное. Поехали. Нет, это сундук. А, всего на все, сундук. Платин это за победу, да? Вау, да. Какие они быстрые. Джеффи всякие. Карсановы. Никто не проехал. Давай, разгон. Yes. Короче, ты второй. Те там пока сейчас зависнут. Ну, а те уже умерли. Да? Да. Так, теперь надо догонять первого. Если ты только один едешь, а все другие умерли, ты можешь просто перевернуться, и ты будешь первым. Ага. Даже если не доехал на финише. Что, low fuel? Давай. Очень близко. Близко. Газу. Давай, газу. Yes! Я аж закашлялся. Реально так круто. Давай. Давай. Yes! Молодец! Все равно упал на финише. Ну класс, молодец. Реально очень круто ты ездишь, Макс. Трассы очень сложные. Внешний вид, конечно, у тебя очень смешный. И yes! Что это было? Поехали еще раз. На байке? Не знаю. Ну давай, что у тебя самое крутое еще, кроме байка? Монстр-трак. А вот это красное ты говорил. Тоже красное? Или красное я еще не видел. Вот, давай на монстр-трак. О, за тобой даже никого не было видно. Они у тебя прокачаны уже, эти байки, монстр-траки? Да. Хорошо прокачал? Байки, монстр-траки очень. Значит, ты должен быть первым. Вот, пока что. Давай, первый! Молодец! Очень хорошо. Во, мистер Трак, видно, что у тебя прокачанный. Ты реально очень хорошо на нем едешь. Потому что на мопеде на том, на байке. Он на дрангулете. Немножко ты отставал там, да, были у тебя слабенькие моменты. Так, отлично идем. Очень хорошо. Ха, ты легко, вообще легко идешь. Победа за победой, только раз и все. Аж черный дым из трубы. Ай, ударишься? Нет, нормально, есть. Супер.
О, какой-то ты дырчик я обогнал, ты у него жизнь. Транкулетки нет! Да, самый настоящий. А, гонка на выживание. Давай, 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 давай. Yes! И... Ну, не так легко было, но достаточно уверенно Макс завоевал победу. Ты завис. Yeah. Класс, мне нравится. О, класс. Ну, покажи, еще какие тачки у тебя есть. Я вижу, на этом... Драндулет? Давай драндулет. На монстр-траке ты очень классно ездишь. Я не думаю, на драндулете мы выиграем. Давай посмотрим. Может, ты уже научился, ты хорошо ездишь? Вот. Все-таки монстр-трак. Я случайно. Ничего, поехали. И раз. О, автобус. Я вот реально боюсь вот этих автобусов. Они все очень хорошо, мне кажется, прокачаны. Да. А монстр-трак... Потому что они не могут пройти коса снежного. А, только на автобусе можешь? Да. Или на байке, или на драндулете, или на автобусе, может, на снежного босса. Что, на монстр-траке нет? На монстр-траке ты второй. Монстр-трака должен побеждать, ага. Босс. Это чтобы плотины получить. Угу. Понятно. А если ты проиграешь, ты... Это как четвертое место. Ты тебе отбирают очки. Угу. Проигрывать нельзя, да, с боссом? Да. Ох, как классно. Ну и так тоже нельзя проиграть. Мне интересно, если ты прокачаешь по максимуму монстр трак, ты будешь быстрее этого автобуса? Ну, конечно. Сделай. Есть, монстр трак лучший. Но по максимуму нельзя прокачивать. Что, сильно дорого? По максимуму это ты никогда не закончишь прокачивать. А, то есть там безлимитно прокачивать да. Можно, да? Yes, очень хорошо. И... No! Но ты выжил. Поехали, поехали, поехали. Yes! No! Я думаю, тут тебе победу не видать. Хиро остался сзади. Хиро развалился. Нуэву пилоту. Тоже развалился. Он ударился. Короче, тебе тут кто-то злой. И ты номер два. Отлично. Я думал, ты будешь последний. Золото! Yeah. Какая гонка у нас сейчас? Кубок претендентов. Кубок претендентов. Выбираем какую-то двойную тачку. Ну вот, что мы не ездили сегодня? Багги? Для песка? Она у тебя не прокачанная совсем? Нет. А, вот, ты немножко ее подкачал. О, отлично. Отлично. О, теперь можно ехать. Сейчас посмотрим, кто из нас лучше. Мистер Макс или... Драндулеты. Или драндулеты автобусные. О, смотри, смотри, смотри. Видишь? Видно, что прокачал тачку? О, я помню эту трассу. Она была в прошлый раз, когда мы снимали. А, я не взял бензин. Ничего страшного. Ничего страшного. У меня еще... Я помню эту трассу. Реально помню. Никого нет, смотри. Ты сам едешь. Бриджмен. Все, всем пока, бриджмены. А, вон они сзади, есть. Первый. На багги. Ты говоришь, что не выиграешь? Вот, пожалуйста. Ты первый. Еще раз. На драндулете я первый. И смотри, смотри, смотри. Ну что сейчас? Нет, автобус какой мощный. И все, автобус сзади. Какая-то ария. Вот очень близко. Ого, какая. Ай, ой, да. Ой, 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 было опасно, но ничего. Там какая-то голова, непонятная. Голова, не видел. Итак, едем, денежки собираем. Бензин. Берем и опять первый. И Никита сзади, и кто-то там еще тоже сзади. Окей, короче, на багги можно гонять, я так посмотрю. И очень уверенно, и легко, и даже выигрывать. Поехали дальше. Что же ждет нас дальше? Победа или победа? Давай. Я первый. Платина 2. Да, а? Тут золото 2, тут серебро 2, серебро 2. А Бриджмен последний! Да, американец последний, поляк на втором, на третьем.
А, российский Никита! Он из России. Привет, Никита. Поехали. Если ты это видео слышишь. Итак, погнали. О, Никита на автобусе. Ага. И это золото? Да. Как? Ну как? Ну ты что же можешь на автобусе ездить, не? На автобусе я точно... Это точно жандулет для меня. Да, я вижу, как они классно ездят автобусы. Просто их хорошо прокачивают, и на них можно летать. Очень быстро ездят. Ты смотри, как Никита держится, а? И давай-давай газу! А теперь газу держим! Первая сводится! Фух, вторая у тебя! Ты буквально на доли секундочки там вообще очень было близко к победе, но Никита победил. Есть, победил ты в этом. Отлично, молодцы. Так, что-то еще играем? Зимний кубок. Цель в этом видео — достигнуть платины 3. А если не достигнем, если это до завтра играть? Вот зимний кубок, что выбираем на зиму? Может, Monster Truck? А? Или снегоход тебе бы не помешал? Есть у тебя деньги на снегоход? Нет? Нету. Бери Monster Truck, наверное. Хорошо. Я думаю, что для зимы вот это оно подойдет. Есть кто-то на снегоходе? Нет. Значит, мы победим. Давай. И автобус или Monster Truck? Конечно. Вот, два Monster Truck. И но я прокачанный. Да, ты думаешь? Я прокачанный, но он мощный. Но он впереди, значит, он прокачанный. Кики-бой какой-то. Ноу. Хе-хе, ты подводу нырнул. Короче, где тут Monster Truck? Его не видно даже. Кики-бой! Кики-бой вообще очень далеко впереди. Во-во-во, вижу. Он, видел? Это он прокачанный. Посмотри, как он летит. Я прокачанный, дай мне впереди. Да, только почему-то он тебя обгоняет. А, Кики-бой перевернулся, Макс тоже. Шмяк. И этот тоже. И не успел перевернуться. Крипуван? Да, третье место. Легенда. Легенда? Вот тут здесь важно, наверное. Раз, смотри, как он вылетел этот. Он бородатый такой, прикольный. Да, Кики-бой бородатый. Классный. О, ты его обогнал. Да, еще. Газу. Ай, но. Даже автобус тебя сейчас обгонит. Оленя, привет. Ай-яй-яй. Третье место пока. Йо-ху, вот это сложно. Надо, что второй. Короче, надо зарабатывать на снегоход. И если я буду первый, я вот буду вот впереди всех. Если я буду второй, этот будет первый, я буду даже на третьем. Three, two, one, go. Посмотрим, повезет ли Кики-бой сейчас. Он немножко протупил на старте. Это хорошо. Давай. Но он отыгрался. Он уже впереди. Ты впереди. Да. Ноу, с Денса какой-то там впереди. Ес, давай. Ноу, ес. Нет, Кики-бой, кстати, сзади где-то остался. Так. Ес. Короче, ты второй, отлично. Кики-бой в этот раз. Непонятно где. Да, Кики-бой на втором, а автобус вырвался на первое. Вот так вот. Не угадаешь, какую машинку брать. Был бы у нас снегоход, мы бы точно выиграли. Но классно, мне понравилось, когда играем на разных тачках. Если вам нравятся такие видео, нравятся гонки, ставь обязательно лайк. Подписывайся на канал. И всем пока! А мы погнали дальше? Да.